Стабилизация и снижение цен. В первую очередь речь идет о сахаре и подсолнечном масле. Это прямое поручение президента страны. Правительство и регионы сейчас договариваются как с производителями, так и с продавцами. Крупные сети в нашей области к такой беседе открыты. Некоторые магазины уже обнулили наценку магазина на целый ряд продуктов. У нас не только бизнес, который зарабатывает, но и бизнес, который является социально ответственным. Это соглашение бессрочное. Я так понимаю, что это соглашение не имеет временных рамок. Мы будем подписывать его на 2021 год и последующее время, которое потребуется для контроля за этим вопросом. Оптовая и розничная торговля в валовом региональном продукте занимают долю почти в 16%. Половина от этого – оборот сетей. 77 тысяч жителей области трудятся в этой сфере. Именно поэтому так важен продуктивный диалог между властью и продавцами на благо потребителей.